Всем привет! Хочу вашему вниманию представить обзор умных часов GT08. Недавно получил посылочку. Итак, посмотрим. Сами часики. В комплекте USB шнур. Можно заряжать от сети адаптером и от ноутбука. Инструкция на китайском и английском. Так, посмотрим, что тут нам прислали. Пленочку отдерем сразу. На некоторых сайтах пишут, что есть еще защитная пленочка на экран. Дополнительно, ну, в этой коробке ничего не было. Так. Застегивается не очень удобно. Смотрится ничего так на руке. Стильненько. Циферблат часов представлен в трех видах, с цифрами, с указанием даты недели. Опа, не так. Без цифер. Ну и вот такие. Движением в сторону открывается меню. Сейчас сниму с руки. Так, что у нас тут? Я предварительно вставил карточку мобильного оператора Life. Так, смотрим, что у нас тут. Меню открывается. Шагомер, будильник, время сна, фото, Bluetooth. Через Bluetooth может соединяться с вашим телефоном. Не обязательно с андроидом. Вот пробовал на обычный телефон. Соединяется. Можно звонить через Bluetooth. Принимать смски, звонки. Так, что у нас тут еще? Настройки. Настройки телефона. Время и дата. Энергорежим. Включить, выключить. Язык. Блокировка, подсветка. Музыка, карту памяти тоже вставил. Громкость добавляется. Ну, довольно громко, как для часов. Динамик. Микрофончик. Гнездо для зарядки. Можно подключать к ноутбуку и файлы перекидывать. Диктофон очень удобно для студентов. Что-нибудь запишем. Всем привет, всем пока. Послушаем. Надо выйти сначала. Ага, сохранить. Ну вот так. Календарь. Звонить можно, карточку я вставил. Сейчас попробуем позвонить. Цифры мелковатые, конечно. Не очень удобно набирать. Ну, сейчас попробуем. 0.
Так вот идет вызов. Сейчас. Услышите. Вот, у меня телефон зазвонил. Очень удобно. Всем рекомендую.